Безопасность превыше всего. Как обеспечат охрану общественного порядка на праздничных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Курской битве. Об этом мы не только говорили на заседании антитеррористической комиссии региона под председательством губернатора Александра Михайлова. Курские силовики прорабатывают комплекс мероприятий. И все для того, чтобы грандиозные торжества, посвященные 75-летию Победы в Курской битве, прошли без эксцессов. Личным составом управления Росгвардии по Курской области в тесном взаимодействии с управлением Министерства внутренних дел, ФСБ, будет осуществляться безопасность жителей и гостей Курской области. На данное мероприятие у нас задействуются все подразделения управления Росгвардии. Кроме этого, привлекаемся силы и средства частных охранных организаций и ведомственных охран. 17 и 21 августа на мемориале «Курская дуга» пройдет репетиция парада. В связи с этим после обеда значительно затруднится движение по проспекту Победы. Также автолюбители ожидают неудобства и в день торжеств 23 числа. С 9 утра до 15 часов к комплексу нельзя будет подъехать на машине. Силовики предлагают передвигаться пешком и заранее предупреждают, чтобы куряне не брали с собой колющие и режущие предметы, а также стеклянные бутылки. Особое внимание уделят безопасности на вечернем концерте и праздничному салюту. Не за горами 1 сентября. Планируется, что в День знаний более 1000 сотрудников органов внутренних дел, представители добровольных дружин и казачества будут зорко следить за общественным порядком. Все учебные заведения возьмут под охрану. Обследуем на предмет антикриминальной защищенности, с тем, чтобы и системы контроля доступа были в исправном состоянии, освещение, ограждение, видеонаблюдение, охрана.